начало сборок как бы хорошее, то есть полностью удовлетворяет, ну, самочувствие хорошее, то есть задачи справляемся, поэтому ну, как бы, все нравится пока. По личным ощущениям, ну вот тренировка действительно была сильной, 55 километров ты отпахал там за 2 чуть больше часа, и на следующий день, в этот же день вечером, как себя чувствовал, как мышцы реагировали? Ну, достаточно хорошо, то есть восстановление, то есть хватило, то есть до второй тренировки, то есть и вечером покатались, вообще не понравилось. Угу. Ну, вот экспресс-анализ, да, который был сразу после тренировки вместе с Валентином Владимировичем, о чем говорили, что он вообще тебе сказал? Ну, то, что работу выполнили на качестве, то, что работа выполнена на качестве, вот, до самой последней минуты, то есть, как бы, мы удовлетворены были работой. Вот сейчас вторая неделя, затем третья. Здесь уже какие задачи будут стоять перед вами? Ну, задачи те же самые, то есть наработка вот тех соревновательных скоростей, движений, которые нас ждут зимой, то есть как можно более, чтобы были они приближены к лыжам, то есть, и тренировать высокую и среднюю дистанционную скорость. Ну, еще несколько слов. Расскажи, пожалуйста, о твоих взаимоотношениях, о работе с Валентином Владимировичем. Вот что для себя ты почерпнул и в целом такие вот преимущества, ну или просто те моменты, которые тебе нравятся? Ну, мне нравится то, что Валентин Владимирович постоянно предлагает какой-то поиск, то, что всегда работа очень интересная. Сравнивать давай не будем, но вообще вы после тренировки всегда обсуждаете, он прислушивается к тебе, ты высказываешь свое мнение по поводу конкретных тренировок. А насколько вообще часто после каждой тренировки это у вас происходит? Ну, насколько часто? То есть, ну, постоянно, то есть, обмениваемся мнением, то есть, чтобы можно было как-то постоянно, то есть, расти, то есть, если что-то нравится. Ты сейчас очень сильно похудел, вот я вспоминаю тебя зимой, да, мы видел тебя сам, по ощущениям, вес как у тебя сейчас, нормально? Ну, вес, да, немножко меньше стал, вот, самочувствие хорошее, силы все те же остались, вот, теперь я как бы просто вести себя намного легче получается. Угу. Но я думаю, это не связано с тем, что я похудел, просто мышцы стали более другие, то есть, я думаю, все просто шло в мышцы.